Нам санкции выгодны. Надо радоваться, что эти санкции ввели. Теперь мы можем заняться использованием внутренних резервов для развития нашей экономики. Мы и газ можем направить для внутреннего потребления, и наши граждане заплатят еще больше, чем европейцы. Мы газ в Европу гоним для их жителей дешевле, чем для наших. Так наши граждане это сделают? Заплатят. Нефть мы можем перерабатывать. И во всем мире высокая потребность мазут. Иран у нас купит весь мазут, керосин, бензин. Поэтому здесь тоже проблемы нету. Санкции нам помогают развивать сельское хозяйство. Мы можем выйти на полное обеспечение. Уже сегодня мы торгуем хлебом и вообще продовольствием. Это приблизительно треть доходов от вооружения. Можем перекрыть вооружение экспортом продовольствия. Поэтому санкции очень полезны, и мы не будем снимать санкции. Мы должны продлевать санкции раньше их, с тем, чтобы они вдогонку нам санкции, так сказать, продлевали. Поэтому только польза. Пусть санкции будут долго-долго, лет 10, 20, 30.